Ой, он пока не хотел, я ну, как-то... Ноги тянет, не знаю. Ну, не ногами царапаешь, руками. Тебя записывают фото. Помаленьки ложи. Да, и чуть будет. Видишь, как он царапает. Там по телевизору покажут. Ведьми увидят, сестры скажут, о, чем у нас Володя занимается. И долго так можно сидеть? Да, пока не коробку не нацарапать. Вот коробку полную. Угу. И хватит, да? Это часа два надо сидеть. Такую коробку часа два, да? Ну, коробки можешь начесать. Угу. Ну, это как считать, сложная работа или нет? Так не совсем, но нудная просто. Нудная, да. Угу. Обычно кто ею занимался? А раньше старики занимались. Угу. Старики да старухи. Старики да старухи. А потом на нас перешло все. Я же старики, может, и не занимались, а некоторые занимались. Сейчас если все на возраст этим занимается, семью-то надо обвязывать. Угу. Они носки-то очень теплые. Угу. И они вот искусственно-то и здоровье заметило, а это шерсть. Угу. Своя. Овец когда стригут? Вот время года какое? Летом. Лет. Весной стригут, на волю пустят, когда запускают через 4-3 месяца, какие овцы, некоторые тихо растут, а некоторые быстро шерсть растет. И потом отстригают, лягушок родится, так его через 4 месяца стригут. Угу. Через, у нас мама еще быстро шерсть росла, так она через 3 года... Через 3 месяца стригла, а некоторые сейчас через 6, какие-то овцы те разные стали, говорят. Разные по шерсти, да? Ага, порода разная. Угу. Вот, потом вон вяжем как, я вон вяжу сейчас. А не считали, вот сколько с одной стрижки получается носков? Вот если остричь одну овцу, да? Сколько шерсти? На сколько шерсти хватит? Ног да что не стричь, какая овца, уже двое носки будут. Ага. А маленькая овца, так и хорошую шерсть выберешь, а плохо-то некоторая короткая. Вот под животом да что короткая, да ту выкидывай. Mm-hmm.